Добро пожаловать на программу «Мировое влияние». С вами Билли Уилсон. Я молюсь о благословенном дне для вас. Сегодня мы говорим о Божьей благодати и об одной из самых значимых фигур в христианской истории — Джонни Уэсли, а также о его открытиях относительно благодати. Я верю, что вы извлечете для себя много полезного из этого выпуска. Если Бог коснется вас или вы захотите узнать больше, отправьте нам свое свидетельство, молитвенную просьбу или задайте вопрос по нашей теме о доступе к благодати и о том, как открытие Джона Уэсли изменило его жизнь и весь мир. Он был служителем англиканской церкви, возглавившим пробуждение в Англии и повлиявшим на первое великое пробуждение в Соединенных Штатах Америки. Служение Уэсли было огромным. Он проехал более 250 тысяч миль. Он мог бы обогнуть земной шар 10 раз верхом на лошади или пешком. 250 тысяч. Он прочел 40 тысяч проповедей, выпустил 400 публикаций, и сегодня методистское движение, вышедшее из его служения, насчитывает более 80 миллионов человек по всему миру. Бог использовал Джона Уэсли особым образом, потому что он обнаружил силу благодати. Наша команда отправилась в Лондон, чтобы посетить исторические места, связанные с Джоном Уэсли и, конечно же, с его служением. Мы поговорим с одним из экспертов в христианской истории о Джоне Уэсли и о его служении. Оставайтесь с нами, приятного вам просмотра. В Англии в 18 веке правил король Георг II. Это был век, когда внешнее процветание маскировало внутренние проблемы. Великая сельскохозяйственная революция не только дала увеличение производства еды, но и привела к росту трудовой эксплуатации и социального неравенства. Разрыв между имущими и неимущими увеличился еще больше. Политическое руководство Англии отказывалось признавать это. Просвещенные идеи и рост интеллектуального развития в университетах только контрастировал с жестокой реальностью жизни простого народа. В юности Джона Уэсли Англия стояла на распутье. Прогресс и новые трудности заставили великую нацию столкнуться с темной реальностью. Меня зовут Бен Верго, я директор проекта «Христианское наследие» в Лондоне. Я провожу людей по истории того, что Бог творил в Лондоне. Мы стоим возле школы Чартерхаус, где учился Джон Уэсли. Здесь он изучал математику и латынь, что явно было нелегко для маленького мальчика. Но Божья рука была на нем и принесла огромные изменения. Дальше он поехал в Оксфорд. Джон Уэсли учился в этом университете. В стране, погрязшей в пороке. В Лондоне были улицы, где каждое второе здание было кабаком. Вывески гласили «Выпей за полпенни», «Напейся за пенни». Статистика говорит, что 40 и более процентов незамужних женщин в Лондоне были вовлечены в проституцию. Джон Уэсли, сын священника, сказал, «Этим людям нужно изменить свою жизнь и сделать это радикально». Сначала он возревновал по морали, а потом по Евангелию. Во время обучения в Оксфорде он начал организацию «Святой клуб», хотя он ее так и не называл, они просто собирались с друзьями. Они пытались мотивировать друг друга, потому что чувствовали, что шли путем перемен. Но это еще не было евангельским движением, о котором мы знаем. В 1736 году он услышал о новом мире и решил, что должен нести свое послание туда. Он отправился в Америку благовествовать дикарям. Именно так они считали тогда, в Старом Свете, что в этом месте живут настоящие дикари.
Сегодня мы говорим о Джоне Уэсли и благодати. В 1736 году он плыл в Новый мир, в американские колонии, а именно в Джорджию. Он был на корабле вместе с миссионерами из Моравской церкви. Моравы были миссионерской группой верующих. Они организовали круглосуточную молитву, которая длилась 100 лет в Хернхуте в Германии. Они молились круглые сутки, 7 дней в неделю, чтобы Божье Царство распространялось по всему миру. Через несколько лет усиленной молитвы они стали действовать и организовали миссионерское движение. Они хотели, чтобы познание Божьей славы покрыло землю, как воды покрывают море. Они начали распространять Божье Царство, отправляясь на миссии. Они плыли на корабле с Джоном Уэсли в Новый мир, в американские колонии, для евангелизации. Во время путешествия начался шторм. Корабль кидало, дул сильный ветер, шел дождь, волны заливали палубу. А моравы проводили собрания на палубе посреди бури, пели гимны, читали слово и молились. Все на борту боялись за свою жизнь, но моравы продолжали петь. У них был потрясающий мир посреди ненастья. Позже Уэсли спросил у них: «Разве вы не боялись умереть?» И они ответили: «Нет, наши дети, наши жены, и мы сами не боимся умереть». И Уэсли обнаружил у них то, чего не было у других людей. Уверенность во спасении. Это дало начало процессу поиска такой же уверенности, который в итоге привел его к открытию силы божественной благодати, и эта сила дала плоды. Джон Уэсли прибыл в Джорджию в 1736 году и остановился в ее столице. Хартия Джорджии подчеркивала религиозную терпимость и обеспечивала свободу проповеди, в чем особенно понравилась Уэсли. Но это была сложная задача для молодого миссионера. У него была идея возрождения там раннего христианства через проповедь коренным американским народам. Борьба за выживание в суровых природных условиях, конфликты с испанцами и нехватка проповедников удерживали Уэсли в границах города. Это дополнялось непопулярной практикой, когда Уэсли не допускал до причастия людей, которые, по его мнению, не проявляли достаточного благочестия в жизни. Хотя Уэсли хотел помочь людям, он обнаружил, что проповедь сводилась к простому: «Старайтесь лучше». Хотите понравиться Богу? Делайте так и не делайте вот эдак. Это была проповедь с моралью. Его не понимали, община не росла, у него появились трудности в отношениях. Далее он вернулся в Англию разочарованным бывшим миссионером. В мае 1738 года он отправился отсюда в собор Святого Петра. Он прошел по этой дороге, улице Олдерсгейт, навстречу, куда он очень не хотел идти. Уэсли вернулся из Америки с желанием найти уверенность в своем спасении. Его встреча и общение с моравами направило его на путь открытия. Его брат Чарльз пережил встречу со Святым Духом. Он был болен, и Святой Дух посетил его, коснулся и дал сверхъестественную уверенность во спасении. Они молились, чтобы Джон пережил такую же встречу.
22 мая 1738 года Джон Уэсли написал о своей встрече с Божьей благодатью в Олдерсгейт-стрит. Я цитирую из его дневника. «Вечером я очень неохотно пошел в общество на Олдерсгейт-стрит, где читали предисловие Лютера к посланию римлянам. Примерно без четверти девять, когда он описывал перемены, которые Бог производит в сердце через веру во Христа, я почувствовал, как на сердце у меня странно потеплело. Я чувствовал, что действительно доверяю Христу, только Христу в спасении. И мне была дана уверенность в том, что Он забрал мои грехи и спас меня от закона греха и смерти». Фраза Уэсли «на сердце у меня странно потеплело» разошлась по миру. Люди говорили, что их сердце должно измениться, если они по-настоящему обратились ко Христу. Уэсли верил в Иисуса, но в тот момент он получил сверхъестественную уверенность в спасении. Божья благодать изменила его жизнь. Он открыл силу благодати. Сегодня мы поговорим о том, как нам получить к ней доступ. У вас на сердце может тоже странно потеплеть, если вы доверитесь Христу, и вы можете получать больше благодати каждый день. Я расскажу вам, как это можно сделать. В течение XVIII века Англия испытывала все больше политического и социального напряжения. На другом берегу канала, во Франции, начинали дуть ветра революции. В обеих странах люди перебирались в города, не способные вместить всех. Жесткая общественная иерархия ограничивала социальное продвижение. Политическое напряжение назревало в обоих государствах. Хотя во Франции разразилась революция, Англия осталась удивительно стабильной. Возникает вопрос, что же защитило ее от погружения в похожий хаос? Могло это быть то, что тихо происходило в церквях Англии и в сердцах ее народа? Сейчас мы находимся в часовне Джона Уэсли. Он проповедовал в этом здании. Он был англиканцем, но достигал многих людей через проповеди на улице. Люди понимали, что им нужно пойти в церковь. Они шли в поместную церковь, а прихожане не принимали их. Тогда Джон Уэсли сказал, «Мы откроем свои церкви», и основал более 300 новых церквей. По этому поводу светский историк Джон Плам даже сказал, «Если бы Джон Уэсли захотел осуществить настоящую революцию в этой стране, он бы мог ее устроить». Во Франции тогда шла революция, гибли десятки тысяч людей. Здесь были все те же ингредиенты. Ужасная политика, несправедливость и страшное преступление. Историк W.H. Лаки сказал, «Не будет преувеличением сказать, что то, что произошло тогда на Олдерсгейт-стрит в Лондоне, стало эпохальным событием для этой нации. Люди поняли, что Евангелие — это не свод советов, это провозглашение. Иисус совершил это». Тогда это распространилось на сотни церквей по всей стране. Сегодня мы говорим о служении Джона Уэсли, о его открытии силы благодати и о том, как вы можете найти больше благодати в своей жизни. Джон Уэсли изменил христианский мир. Многие его начинания продолжаются и сегодня. Его обсуждение совершенной любви и освящения, желание систематичного ученичества, руководство в пробуждении вдохновило церковь и стало основанием для методистской деноминации. Понимание сочетания Божьей суверенности и человеческой воли — это большой вклад, который Уэсли сделал в христианство. В его время шел спор, неоконченный и сегодня. Бог полностью суверенен, или у человека есть свободная воля?
На каждой стороне были великие учителя. Джон Кальвин говорил, что суверенитет Бога абсолютный, и его благодати невозможно противостоять. Джейкоб Арминиус из другого лагеря говорил, что у человека есть свободная воля, и он может противостоять Божьей благодати. Так кто же прав? Джон Уэсли смог найти баланс между суверенностью Бога и свободной волей человека, показав, что все происходит только по Божьей благодати. Но мы получаем доступ к ней по своему решению и можем отказаться от благодати или принять ее. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стихи говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Послание к Римлянам, 11 глава, 6 стих: «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать». Уэсли учил, что человек спасается только по Божьей благодати, и он не может сам себя спасти и воскресить. Первое послание Иоанна говорит, что от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Уэсли учил, что есть разные уровни Божьей благодати. Когда вы отвечаете на благодать, вы получаете больше благодати. Дисциплинируя себя как ученика Христа, вы получаете доступ к большей благодати. Таким образом, христианская дисциплина стала средством доступа к благодати. Это не значит зарабатывать Божие благоволение, но расположить свое сердце так, чтобы получить больше его благоволения. Уэсли говорил, что Божья предваряющая благодать — это начало спасения, вселенская благодать. В послании к Титу, 2 главе, сказано: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Вселенская благодать приходит ко всем. Это чувство, что Бог существует, и нам нужны отношения с Ним. Это позволяет нам почувствовать дыру в сердце, нашу нужду в живом Боге. Осознание Бога — результат работы благодати. Когда вы отвечаете на эту первоначальную благодать, Бог дает вам больше благодати. Дальше следует убеждающая благодать. Это благодать убеждения, которая дает нам знать, что мы грешны и далеки от Бога. Ощущение, что мы на пути к погибели, называется убеждение или прозрение. Правильно ответив, то есть согласившись, мы получаем оправдывающую благодать. Другими словами, вы поверили в Иисуса Христа, что то, что Он совершил на кресте, спасло вас, и ваши грехи прощены, и теперь вы оправданы перед Богом. Приняв это, вы получаете освящающую благодать. Это как бы внесение праведности Христа на ваш счет на небесах. Бог смотрит на историю нашей жизни и говорит: «Теперь я вижу праведность Христа, а не твой грех». Освящающая благодать — это вмененная праведность. То есть Бог приносит свою праведность в нашу жизнь, и мы можем начать жить праведно. Если мы соглашаемся, Бог продолжает работать в нас. Уэсли говорил, что в конце концов мы можем стать совершенны в любви. Есть благодать для христианского совершенства. Уэсли считал, что многие никогда не смогут достичь этого. Но в конце жизни он сказал, что если люди примут благодать, то они придут к совершенной любви. Он ставил святость и любовь на один уровень. Святой Бог есть любовь. Это не два противоположных полюса. Когда мы следуем за Христом и ходим в благодати, мы можем жить без греха в совершенной любви. Уэсли сказал, что есть еще большая благодать, которая помогает расти в любви Христа. Он фокусируется на послании к Филиппийцам, 2 главе. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в
присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Уэсли говорил, что Божья благодать работает в нас, производя в нас желание и силу достигать Божьих целей. Он рассматривал молитву, пост, чтение Писания, посещение церкви как средство доступа к благодати. Когда мы соглашаемся с благодатью в своей жизни, мы получаем еще больше благодати. Это правда. Например, сегодня утром я читал слово и молился. В конце я чувствовал, что стал сильнее, чем до молитвы. Проснувшись утром, я ощутил побуждение провести время в молитве. Я согласился с Божьей благодатью, и тогда я получил еще больше благодати. Уэсли учил, что все приходит по Божьей благодати. Но человек сохраняет свободную волю, чтобы согласиться или отказаться от действия Божьей благодати. Это сохраняет баланс между Божьим провидением и свободной волей человека. Когда мы соглашаемся с действием благодати в нашей жизни, мы получаем больше благодати. Вселенская благодать, убеждающая, оправдывающая, освящающая, чтобы стать совершенным в любви, и благодать расти во Христе приходит, когда мы говорим «да» Богу. Уэсли обнаружил, что благодать дает уверенность во спасении. И более того, соглашаясь с Богом каждый день, он получал благодать на благодать. Больше благодати, чтобы служить Христу более полно. И я молюсь, чтобы и вы сделали такое открытие. Если вы доверитесь Иисусу Христу, Божьей благодати будет достаточно для вашего спасения. Говорят, что благодать — это Божие богатство, оплаченное Христом. По милости мы не получаем того, что заслужили. Мы получаем Божью благодать и богатство Христова. Божья благодать — это сила. Уэсли обнаружил это и изменил мир. Мы находимся на могиле Джона Уэсли. Его выгоняли из церквей и запрещали проповедовать в них. Однажды он был в церкви, где был похоронен его отец. Уэсли забрался на могилу и сказал: «Этот кусок земли принадлежит мне», и проповедовал с могилы. В 1791 году он умер как лидер и неофициальный епископ английской церкви. Он не оставлял ее и основал более 300 новых церквей. И уже после его смерти его последователи решили начать новую деноминацию. Иногда их называли методистами. Так они себя и решили тогда назвать. Заслугой Уэсли стало то, что во многих сердцах потеплело от Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Люди были вдохновлены не деноминацией, а человеком, мобилизовавшим всех так, чтобы каждый человек мог рассказать другому об Иисусе. Джон Уэсли посвятил всю свою жизнь достижению людей для Христа. Он преодолел более 250 тысяч миль верхом и пешком, прочитав более 40 тысяч проповедей за свою жизнь. Его страстью было видеть, как люди открывали для себя Божью благодать, меняющую жизнь. Сегодня и вы можете найти эту благодать. Божьи драгоценности, оплаченные Христом, здесь для вас. Скажите «да» благодати, которая уже действует вашим сердцем. Если вы хотите узнать, как вы можете быть уверены в своем спасении, напишите мне по электронной почте. Отправьте свое свидетельство, оставьте
Представьте молитвенную просьбу, и мы будем молиться, чтобы Божья благодать, данная всем людям, работала вашим сердцем. Уэсли жил в Божьей благодати. Говорят, что 2 марта 1791 года, в возрасте 87 лет, за мгновение до того, как он ушел домой к Иисусу, он поднял руки и сказал: «А лучше всего то, что Бог с нами». Он обнаружил силу Божьей благодати, неизменное, неприходящее присутствие живого Бога. «А лучше всего то, что Бог с нами». Поверьте, Бог с вами, что бы вы ни проходили. Благодати достаточно. У вас есть выбор. Он не принуждает вас. Но если вы скажете «да» Иисусу, Он даст вам достаточно благодати, чтобы все преодолеть и прийти домой, дабы быть с Иисусом. А лучше всего то, что Бог с нами. Спасибо, что были сегодня с нами. Мы хотим рассказывать об Иисусе каждому человеку в мире. Да благословит вас Господь! И мы сегодня говорили о Божьей благодати и средствах доступа к ней. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом университета Орла Робертса. Узнайте на нашем сайте, как получить диплом по одной из 65 профильных дисциплин в онлайн-режиме или стационарно. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение духа по всему миру через конгресс Empowered 21. Какое у вас мировоззрение? Ваша позиция и то, что вы видите, дает вам ваше восприятие реальности. Но без глобального видения вы не сможете изменить мир. Здесь мы строим мосты между культурами и континентами, ломаем барьеры внутри себя, чтобы построить крепкие связи, готовим лидеров, которые будут простираться далеко и высоко, вдохновленные одной миссией. Это замечательное видение, не так ли? Университет Орла Робертса имеет онлайн-студентов во всех часовых поясах. Пока будущий предприниматель учится до завтрака, молодежный лидер слушает лекцию по дороге на работу, бухгалтер изучает статистику во время обеденного перерыва, психолог заканчивает эссе поздно вечером, и все в одно и то же время. УОР предлагает 34 специальности в 24 часовых поясах. Мы можем вписать наполненное духом образование в ваш бешеный график. Сегодня образовательные организации стараются удержать баланс, уча студентов как онлайн, так и очно. Педагогический состав университета Орла Робертса принял этот вызов. Мы помогаем нашим выпускникам, начинающим педагогам, заполнить существующий пробел. Это необходимо нам всем. Наш педагогический колледж готов подготовить вас для работы в системе среднего образования США и других стран. Вы должны знать, что самый простой способ поехать в другую страну, если вы планируете там стать миссионером, через образовательную деятельность. Приглашаем вас получить образование у нас, в университете Орла Робертса. Мы делаем упор на сотрудничестве и сочетании духовных и профессиональных знаний. Приезжайте в педагогический колледж университета Орла Робертса. Все началось с видения и шага послушания, и через полвека вылилось в невероятную учебу, духовный рост и инновационные открытия. Университет Орла Робертса продолжает двигаться к большему и лучшему. Зачем идти куда-то, если вы можете стать частью наследия? Зачем просто получать диплом, если вы можете найти цель? Почему УОР? Потому что суть не только в том, чтобы получить хорошую работу, а в том, чтобы изменить мир.